недавно. Такие маленькие, любопытные. Шли на свою первую линейку. Неужели мы были такими, спросите вы? Да-да. Натирающие туфли мозоли, улетевшие в небо случайно шары. Да, все это было ровно 11 лет назад. Есть? Замечательно. Подожди, подожди, все равно просто постой. Так, кого не хватает? Кого... Лариса Викторовна и Сергей Александрович. Что ученик не понимает историю с самого начала. На уроке истории. Здравствуйте, класс. Можете не вставать, садитесь. Тема нашего урока – повторение. Мое имя – Наталья Валерьевна. Это я точно не повторю. Итак, для начала раздам вопросы. Вам каменный век, а вам палеолит. Выздоравливай. Вера, или ты начинаешь учиться, либо тот, либо кто-то потом не сдаст ЦТ. А зачем мне учиться, чтобы потом кто-то сдал ЦТ? Встань и ответь мне на вопрос. Кто совершил набеги на Русь? Может быть, печенеги? Нет, спасибо, я не голодна. Какие произведения слагали о богатырях? Былины. Ты хоть о чем-то, кроме еды, думаешь? Блины какие-то. Последний вопрос, который я задам. Кто прорубил окно в Европу? Петр. Вера. Садись, Вера. Все очень-очень грустно. Давайте хоть Лешу послушаем. Мне тоже как-то грустно стало. Дорогая Наталья Валерьевна, мы с Сталином самой родной. И сегодня мы своевременно поздравляем вас с нашей школьной семьей. Спасибо за ваше старание, за вашу отзывчивость и доброту. Вы давали не только нам знания, но и сердечную теплоту. Спасибо за вашу отзывчивость, мы это все очень ценим. Вы не видите свою значимость, но мы вас никем не заменим. Благодарим вас за вашу душевность, за улыбку, которая греет сердца. И в ту серую повседневность мы наш лучик солнца всегда. Как о чем? О работе мозга, о строении... Учи так много, я перестаю спать. Фильмы на минимум, чтобы не мешать. Биология, ну в чем мы виноваты? Сутками зублю, чтобы... Ну в чем мы виноваты? Испытание. Первые уроки, контрольные и бессонные ночи на пути к получению знаний. Мы знаем, что вы старались, насколько... Так, сейчас послушаем, как вы выучите домашнее задание. Кто пойдет отвечать первым, получит на балл выше. Ирина Ивановна, поставьте мне сразу 3. Понятно, сиди. Так, Василевский, твое сочинение с Ивановым в точь-точь одинаковые. Ирина Ивановна, мы с Ивановым живем в одном подъезде. У нас там одна собака на всех, вот мы до сочинения. В школе не было. А у меня просто старший брат заболел. А ты тут при... Максимчик, ну ты как всегда. И что на этот раз? Ирина Ивановна, я проснулся, посмотрел как вторую часть, и правда, совсем неудачно моргнул, и уснул. Уже 11 лет как спишь? Сегодня ты мой через мэйба. How are you? Да ничего я не хаваю. Халаю, халаю. Понятно, сиди, а то я тебе в конце четверти и поем, и похаваю. Татьяна Мефодина, скажите фонь. Зачем? Ну скажите. Не буду я всякую ерунду повторять. Вот и меня, пожалуйста, не заставляйте учить английский, у меня в английском каждое слово фонь. Понятно, хоть тетрадь забери. Так, тогда и компьютеров не было. А зачем же вы тогда играли? На улице.
Ольга Михайловна, вот вы знаете, чем отличается хороший ученик от плохого? Я-то знаю, а знаете ли вы? Ну да, плохого лупят родители, а хорошего ученики. Так, сейчас я попадаю в магазин. Куда? Все записали. В магазин. Задним пакетом. Все записали. При помощи телепортации. При помощи кого? Телепортации. Из их? А бабушка предпочитает свой летающий. За все мы вас благодарим! Где какие острова узнали с вами на раз-два? Страны, города и реки. Все узнали мы на свете. Вам спасибо говорим. Географию мы любим. Все мы знания храним и хранить всегда их будем. Здравствуйте, класс. Начнем наш урок с опроса. Осипчук, доске. Первый вопрос. Сколько континентов в мире? Их 6. Покажи на карте. Здесь, здесь. Здесь, здесь, здесь и здесь. Хорошо. Теперь второй вопрос. Где находится Южная Америка? Вот северной. Вот здесь. Хорошо. А теперь вопрос на 10 баллов. Какая река протекает через Гранд Каньон? Ну что, Сипчук, набор джентльмена? Я вырос на окраине рабочей городской, и в этой географии я был не в зуб ногой. Ну вот пошел я в школу, там учитель просто класс. Я все столицы мира взял, и научился раз. Я все узнал про страны и большие города. Я полюбил Австралию, теперь хочу туда. Я вновь открыл Америку, как Кристофор Колумб. Теперь смотря смотрю кино, путешествие в мину. Ведь в нашей школе география святой урок. На географию всегда повесили звонок. Я, кстати, у меня географ, иногда я сложен смог. Красиво так рассказывать про Чили и Монгол. Континенты, регионы, океаны, города. Климатические зоны не забудем никогда. Где находится Кахайда, Мула, где столица и мы всегда ответить рады, только спросим, говорим. Ладно, Сипчук, прощаю. Садись, 10. Наш Иван Иванович как мастер путешествий. На всех планетах, будто с ним мы побывали вместе. Вы столько рассказали нам об окружающих вещах. Не упустили ни одной детали. Мы это сохраним в сердцах. Спасибо за уроки, подаренные вами. Поблагодарность нашу не выразить словами. Все говорит об одном. Уходим в вас. Учительницу по математике, нашу любимую Анну Числавовну. За те знания, которые вы дали нам, вложили в нас, за то терпение к нам. Это маленькое знакомство и признание вашего труда, преданности и посвященности, которое вы проявляете каждый день, чтобы обеспечить нам лучшую образовательную среду. Этот видеоролик – маленький способ выразить нашу признательность и благодарность за все ваши усилия. Вы заботитесь о многочисленных аспектах нашей школьной жизни, начиная от разработки учебных программ и координации. Искренне поздравляю с окончанием этого учебного года. Без вашей помощи. Это место больше, чем что-либо. И может быть, нам вновь увидеться не доведется, хотим мы просто вам сказать спасибо. Людмиле Владимировне за чуткое руководство, Алене Александровне за вашу поддержку и помощь. Ирине Вячеславовне за мудрые советы. Спасибо Светлане Тадеушевне за ваше внимание. Мы все очень ценим всю заботу и понимание. И родители, мы видим вас сегодня с нами, учителя, все те, кто... У нас впереди еще торжественная линейка. Впереди... Дома, душой сюда, не раз еще вернемся. Вернемся в класс. Пацаны не плачут, и сколько не пытался бы ты отрицать. В жизни все окажется иначе. В жизни быть так важен, блин, каждый момент. Важно каждым днем насладиться. Но почему же все те 11 лет? Я куда-то так торопился.
Слезы на щеках, плачут девки, пацаны. Аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Нам бы повторить времена, не торопись. Поздно что-то изменить, нам не лента выпустить. Слезы на щеках, плачут девки, пацаны. Аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Нам бы повторить времена, не торопить. Поздно что-то изменить, нам не лето выпустить. Спать с нами, чтобы просто обсудить. Кто-то дальше будет жить, кто-то сразу на работу, кто-то в армию служит. Одноклассница танцует с одноклассниками. Я верю, что они потом поженятся по классике. Я верю, в этом мире каждый место свое найдет. Одного не понимаю, отчего так жуть и больно. Все, что от себя оставим, фотографии в альбоме, что будем пересматривать не раз. Вот уже и время, чтоб встретить рассвет. Мы идем на встречу ветру пьяный. Время, чтобы вспомнить 11 лет и обсудить на будущее планы. Друг друга ни за что отпускать не хотим. Мы знаем, чтобы сердце усилится. Встречаться чаще мы обещания дадим, но так и никогда не увидимся. Слезы на щеках, плачут девки, пацаны. Аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Нам бы повторить времена, не торопись. Поздно что-то изменить, нам не лето выпускник. Слезы на щеках, плачут девки, пацаны. Аттестат у всех в руках, а в страницах наша жизнь. Нам бы повторить времена, не торопить. Поздно что-то изменить, нам не лето выпустить. У каждого из вас огромное сердце и душа. Вы самые добрые и отзывчивые дети. Каждый из вас человек способен откликнуться на помощь даже незнакомым. Самое сердце на поражение. Что же ты медлишь с этой вещью? Близким. И последний звонок, который прозвучит сегодня, отделит нас от детства, но и возвестит о нашем взрослении, о начале нашего уже почти взрослого пути. Дорогие преподаватели, от имени всех учеников 2023 года выпуска благодарим за то, что все эти годы вы желали нам добра и старались каждого ученика сделать лучшим. Мы постараемся оправдать ваши надежды и реализовать лучший сценарий своей судьбы, какой только будет возможен. Обещаем, что будем стремиться стать достойными людьми, чтобы у вас был повод для гордости. Желаем вам легкой профессиональной дороги, украшенной большими и маленькими успехами, радостью, достигнутыми целями и реализованными планами. А сейчас мы бы хотели поздравить нашего классного руководителя.